Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради, що працює в місті з 2017 року, успішно здійснює свою діяльність за принципом єдиного вікна і вже отримав високу оцінку своєї роботи серед славутичан. Проте колектив ЦНАП не зупиняється і поступово розширює свої можливості. Відтак, з 1 березня вони додали ще 26 послуг, які надаватимуть славутичанам. Ми зустрілися з директором центру Тетяною Риловою, яка й розповіла про всі нововведення. Действительно, рассматривая свои итоги 2018 года, мы расставляли, соответственно, приоритеты на 2019 год. И одним из приоритетов у нас было это расширение административных услуг, которые будут предоставляться через наш центр. И прежде всего это услуги социальной защиты и услуги по регистрации автотранспорта. С 25 января 2019 года нашими депутатами было принято решение об утверждении расширенного перечня услуг, которые будут предоставляться через наш центр. То есть нам добавилось 26 услуг управления социального захисту. Прежде всего, это такие самые популярные услуги. Это субсидия, первичное оформление субсидии. Это пособие при рождении. Это пособие при беременности и родам. Это пособие одиноким матерям. Ну и то есть все виды пособия практически сейчас первичные, только первичные пособия будут оформляться через центр предоставления административных услуг. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы, в принципе, славутичанам было очень удобно. У нас уже был такой пример, что люди пришли, зарегистрировали регистрацию места проживания своего ребенка и тут же подали документы на оформление пособия при рождении ребенка. То есть жители остались очень довольны, что им не нужно было бегать сначала в ЦНАП, потом бежать в управление социальной защиты. Вот для этого мы и сделали, чтобы услуги оказывать по жизненным ситуациям. Точно так же мы планируем интегрировать услуги нашего ЗАГСа сюда, то есть чтобы уже людям было совсем удобно оформлять рождение ребенка, прописывать ребенка, сразу оформить пособие. И, может быть, сейчас у нас заграничные паспорта оформляются именно с рождения и сразу оформите загранпаспорт ребенка. То есть несколько административных услуг по одной жизненной ситуации может быть оказано в одном месте. Также мы сейчас работаем над предоставлением услуг по регистрации транспортных средств. 4 марта мы прошли первичное обучение в региональном центре Киевской области, но работники этого регионального центра не видят пока город Славутич, как бы, в плане предоставления автотранспортных услуг, потому что это очень далекое расстояние. До ближайшего территориального центра у нас 200 километров. И нам было все-таки настоятельно посоветовали обратиться в Чернигов. Вчера я разговаривала с руководством Черниговского регионального центра. Они, в общем-то, не против предоставлять, сотрудничать с нами, но желают получить сначала согласие своего руководства. Поэтому на сегодняшний день мы будем готовить письмо на главное управление сервисного центра с тем, чтобы нам позволили и разрешили эти услуги. Это будет 5 видов услуг. Прежде всего, это обмен обмен прав, то есть старого образца на новый образец. Также, если вы потеряли права, если у вас украли права, либо если у вас изменились какие-то анкетные данные, девушка вышла замуж, изменила фамилию, она может поменять свои права именно здесь, в центре предоставления административных услуг. Также по регистрации транспортных средств будет, но, к сожалению, только первичная регистрация, то есть без осмотра эксперта. Новый автомобиль вы можете только зарегистрировать. И будет замена
технического паспорта на автомобиль при изменении ваших анкетных данных, тоже там при изменении фамилии, либо каких-то других анкетных данных вы можете изменить его, опять же, без осмотра эксперта. Но это все в перспективе, это пока что я не скажу, что это очень быстро решится. Ну, работаем. Также были вопросы от жителей на отчете нашего мэра по поводу предоставления справки о несудимости. Был задан этот вопрос, когда мы находились на обучении, был задан этот вопрос. И этот вопрос однозначно было отвечено, что через центры надания административных послуг эта услуга предоставляться не будет. Она и так наиболее приближена к людям, ее можно заказать в электронном виде, и при одноразовом посещении сервисного центра ее можно получить. Печатается эта справка на бланках строгой отчетности, поэтому делиться этой услугой они не будут, и они не имеют права, согласно законодательству, предоставлять эти услуги через центры административных послуг. Также 5 марта наш мэр посетил город Киев и подписал меморандум о нашем сотрудничестве в грантовом проекте «ЮЛИТ с Европой». По этому грантовому проекту у нас есть взаимные обязательства. То есть мы, как громада, должны предоставить безбарьерный доступ до центра предоставления наших административных услуг людям с ограниченными возможностями, а также мамам с колясками, ну, то есть говоря, просто построить пандус и оборудовать наши санитарные комнаты доступом таким людям. Программа, грантовый проект «ЮЛИТ с Европы» берет на себя обязательство предоставить нам 6 полноценных рабочих мест. Это будет 4 рабочих места, которые мы собираемся интегрировать по услуге ЗАГСа, пенсионного фонда, а также интегрировать уже полностью услуги управления социального захисту. Одно рабочее место – это будет у нас для самообслуживания людей, там, где они могут завести себе личный кабинет, там, где они могут тоже подать запрос на справку о несудимости. Наши администраторы будут помогать им в этом. И одно рабочее место – это место будет нашего администратора. То есть у нас такое взаимодействие, и уже с апреля будет активная фаза внедрения этого проекта. Нагадаємо, що центр працює за досить зручним графіком – 6 днів на тиждень. Отож, за нагоди завітайте до центру надання адміністративних послуг і переконайтеся, що це дійсно швидко та зручно.